Готовимся к выполнению гимнастики. На занятии по культуре здоровья аншлаг. Многие из пришедших были со спортом на «вы» много лет, но уже после первых уроков почувствовали себя лучше. Оказалось, даже легкая активность помогает держать тело в тонусе. За эти два занятия, какие я прошла, у меня улучшилось зрение. Вы знаете, я с 8-й строчки перешла на 10-ю. То есть я уже на 10-й читаю несколько слов прочитал. Суставная гимнастика, упражнения для глаз и органов дыхания, общая физическая нагрузка – все это помогает привести в порядок тело. С депрессивным состоянием и хронической усталостью здесь тоже помогают справиться – улыбкой и хорошим настроением. Курс занятий для тех, кому за 70, разработал тренер-психолог Геннадий Лукин. Он много лет работает с ветеранами и уверен, с возрастом человек обязан больше двигаться и не запускать свой организм. Человек, пройдя наш курс, приобретает такой хороший запас прочности. И, как правило, даже если человек после занятий оставляет занятия, то на том шлейфе, который он получает за 8 дней, он еще спокойненько месяца 3-4 катится, условно говоря, вот, имея хорошее здоровье, настроение, понимание, как это поддерживать. Курс «Культура здоровья» проводится Общероссийской общественной организацией ветеранов вооруженных сил совместно с городской администрацией. Для всех желающих и бесплатно. Спортивные занятия в ДК «Заря» продлятся до конца недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».